Утро 12 февраля. Ночью знатно помело. И вот чего намело. А за воротами вот так. Не выехать. Вот такого вот столько снега. Сейчас покажу, что перед забором. Кстати, погода отличная. Откапываться придется знатно. Еще трактор проехал, выезд закопал. Так что физическая нагрузка мне сегодня обеспечена, аэробная. Вот так вот это намело всего за одну ночь. Почти середина февраля. Ну что, стройка началась. Начали с переделки потолка. Потолок заменили. Завтра будем заниматься полом. Новая фанера подготовлена. Новые лаги подготовлены, обработаны. Вот сейчас сушу. Ну вот что получается. Наверное, еще пара дней работы. Здесь будет полочка. Для чего это сделано? Для того, чтобы был доступ к коммуникациям. Коммуникация. Все остались там, для того, чтобы к ним был доступ. Сделана такая выгородка. Она крепится на магнит. Вот. И в любое время, если что-нибудь потребуется, можно будет довольно просто получить доступ. Маленький санузел. Но нам хватает. Когда закончим, все покажу, как это будет выглядеть в готовом виде. Вот так получается. Ну все. Вагонка отделана. Нижняя часть сделана с доступом к коммуникациям. Вот этот угол здесь тоже сделан доступ к коммуникациям. Остается обработать грунтовкой по дереву и покрасить. Сегодня займусь. Ну что, приступил к покраске. Процесс идет. Все буду красить белой краской в этот раз. Другой нет, и времени смешивать краску тоже. Ну вот. Пока вот так. Работа идет медленно. Результаты покажу.
Вот что в итоге получилось. Здесь подготовлено место под кабинку. Подключены гибкие подводки. Все вот эти щели будут декорированы канатом. Это все уже установлено на место, подключено. Сделаны 4 люка, чтобы был доступ к коммуникациям. На полу линолеум. Здесь место под стиральную машинку. И еще один люк. Тоже, чтобы был доступ к стояку и коммуникациям. Ну, собственно, все. Ждем кабинку. Установим кабинку. Сделаю обновление. Монтаж кабинки S-бана. Сначала снимаем пленку с поддона. Затем крепится слив. В инструкции у кабинки указано, что прокладка нижняя силиконится. Сделали по инструкции. Подготовили слив. Дальше устанавливается задняя стенка. Задняя стенка устанавливается очень просто. Две части крепятся между собой саморезами. Здесь их 5 штук. Никаких прокладок ни снизу, ни между стенками не предусмотрено, поэтому подразумеваю, что будет все пробегать. Лучше перед закреплением к поддону задних стенок эти стенки снизу и между собой просиликонить. Следующий этап — на саморезы задние стенки через специальное отверстие прикрепляются к поддону. Дальше устанавливаются подводки и смесители. Устанавливаются очень просто. Прокладки, гайки, ручки крепятся на болтах, которые потом закрываются заглушками. Установлены ровные маленькие дверцы. Установлены ровные дверцы. Дверцы крепятся вот такими крепежами сверху и снизу. И устанавливается вот такая силиконовая прокладка для того, чтобы вода между дверцами, между полукруглой и ровной, не вытекала. Приступаем к монтажу полукруглой дверцы. Ролики крепятся очень просто на дверку. За секунды там одевается колпачок.
Единственная разница между верхними и нижними роликами. Вот этот механизм, он позволяет регулировать ролик для того, чтобы сразу вставить его в направляющие. После этого на грань дверки устанавливается силиконовая прокладка. Вот такая. Вот у нее такой профиль. Вот так дверка выглядит перед установкой. Вот так уже выглядит установленная дверка. Нижняя часть. И верхняя часть. Так, дверки установлены, ручки прикручены. Здесь предусмотрены крючки для мочалок, полочка со стаканчиком, стаканчик стеклянный, вот такая душевая лейка, но полочка, мне кажется, очень опасно она здесь спроектирована, потому что если локтем ударить эту полку, а задняя стенка, она из стекла, то задняя стенка просто высыпется вся. Поэтому, скорее всего, полочку придется убрать, иначе будет слишком опасно. С этой стороны переключатели, верхняя лейка, и открыть и закрыть воду. Еще будет потолок. На потолке будет тропический душ. Это чуть позже. Кстати, как говорил, щели между вагонкой еще пока не закончили, но уже начали отделывать канатом. Выглядит это вот так. Ну все, с кабинкой закончено. Кабинка установлена, опробована. Все работает. По инструкции необходимо и изнутри, и снаружи обработать соединение силиконом. Все сделали. Ничего не бежит. Ремонт закончен. Для контраста стены отделали джутовым шпагатом. Надеюсь, что больше протечки нас такие, какие нас постигли в январе этого года, не ожидают.